Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, комрады, это канал Morgan Games, и это не прохождение, это не какая-то там сюжетная игра, это просто Left 4 Dead, просто у нас есть такая ситуация. У меня в стиме ник Геральт из Ривии, в данный момент у нас есть знакомая с ником Цирилла, и мы решили проверить, кто же лучше, отец или дочь, поэтому сейчас посмотрим, кто кому даст новофлей. Один на один, кстати, режим Left 4 Dead. Я один, тут никого нету. Похоже, это ведьма. И, короче, Цирилла уже пишет, ау, Геральт, куда ты там свалил, короче, типа того. Погнали, Херли. Все, а чё, подожди, у меня сковородка и все, больше ничего. А, нет, есть гитара еще. Возьмем гитару, короче, все, погнали. Глядите-ка сюда. Так, эту чертовщину лучше трогать не буду, пошла она в жопу. А чё их столько много тут? Ты чё, охренела? Нападать так, блин. Тихо-тихо, спокуха. Спокуха. Эй! Караулит, короче, а. Цири, слышь, так не воюет, короче. Я тебя учил воевать по-другому. Что стой, что такое? Игра тупит, понятно. Да тут я тоже туплю. Тут не только игра, тут я тоже туплю. Не заметил за углом опасности. Надо фонарь вырубать, потому что ведьмы сразу активируются, если на них светишь, насколько я знаю. Я, кстати, уже полгода, наверное, не играл в Left 2, потому особо тут ничего не умею. Но раз позвали, раз предложили соревнования, как я мог отказаться и как я мог не записать это все на канал. Чувствую, гитар много. Ну, гоу. Охотник! Тихо-тихо-тихо, спокойно! Блин, я не такой меткий! Короче, надо, типа, бежать вперед, пока тебя не завалили. Чем больше пробежишь, тем больше тем тебе очков, тем больше ты будешь крутым чуваком. А Геральт бегать умеет, он за утопцами бегал. Хорошо. Твари, отвалите! Нет, таблетки не дам никому. Мои таблетки. Что тут происходит-то? О! Уберите его, уберите! Блин, что за зомбарики помогают? Вот что означает человек, долго не играл в Left 2. Пизда мне тут, все. Я уже просрал, уже заведомо просрал. Сюда не попаду. Ведьму надо как-то... Я не умею их убивать. Охотник! Отвали от меня! Отвали от меня, блядь! Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Короче, я тут и вообще не протяну. Держитесь, парни. Я не умею их убивать, этих ведьм! Тварей! Да, я знаю, это смешно. Но это пиздец. Ничего, сейчас я отыграюсь. Сейчас я возьму охотника и... Угу. Особенно те три из В3, так. Вот это мне пригодится. Хренеть, дочь завалила отца. Как такое возможно? Нет, это все, это трындец. Сейчас я тебе прохода не дам. Хана тебе. Вылазь. Глядите-ка сюда. Бейте его! Есть. Спасибо. Контакт. Надо, короче, не давать перезаряжаться, потому что... Чё ты смеёшься? Ты ж проиграла. Потому что чем больше его загоняешь, тем он, короче, выстреляет все свои патроны, а перезаряжаться будет долго. Потому что это ж дробач. Он, блин, бежит быстро. Охренеть, как так прыгать умеет. Я там не мог ничего перепрыгнуть. Кто-нибудь вообще слышит? Сразу хедшот такой нормальный. Нихера себе.
подготовочка, однако. Ну, конечно, человек играет в лефту, а я хуи пинаю. Осторожно, да? Черт! О, я надеялся, тебя она убьет, ну ладно. Вниз по уступу. А чё я сюда? Я даже в карте запутался. Это будет очень ржачно, наверное, но ладно. Ожидаешь, я типа сейчас скакану на тебя сверху? Ни хрена. Я буду подступаться потихоньку, не спеша, вот так вот там. Обманки буду мутить всякие. Вокруг грузовика буду скакать. Туда поскочу, ты не... Не поймаешь. Оу, поймали, тихо. Подпуха. Нет, как так, сковородкой ебанули по голове, короче. Прошу прощения. Да-да-да. Не, ну нихера себе. Вот что значит долго не играть. Ладно, зато повеселимся. Так, что дальше? Что дальше? Что дальше? Куда дальше? Где можно заныкаться, чтобы так из-под тишка оттокнуть? И пиздец, чтобы... Охотник. Да ну как так-то? Толкаются, короче, все. Прости меня, ладно? Некрасиво себя ведут вообще и как-то... Неуважительно Геральту поступают с Геральтом. От ведьмы. Чё тут, блин? Не стреляйте в машину. Кто-то писал, что типа я ламер, я херово играю. Кто еще ламер? Ладно. Погнали. Здесь. Сейчас мы как-нибудь там... Ведьма, убей ее там. Даже эффект неожиданности не получился. Ну хорошо. Не получился, значит не получился. Сейчас получится в другой раз. Сложно. Ведьма злится. Да я злюсь. Какая ведьма злится? Вот я злюсь. По полной программе уже злюсь, потому что нихера не выходит. Но это было легко, потому что я прям на лицо напрыгивал. Это было очень легко. Еще будем считать это просто как тренировка. О, отлично! Все-таки есть справедливость на белом свете. Сейчас так и напишем. Че ж ты косишь-то? Весь мир тебя плохо учил, что ли? Исарила и Геральт из Риви, охренеть просто. Компания... Не шибанутых, это компания фанатов Ведьмака. Ладушки, сейчас будем себя получше как-то вести. Как-то хитрить будем, потому что, ну иначе же мы ж просрём. Всю карту нахрен просрём, а это моя любимая карта, я не могу ее просрать. Она на меня будет злиться. Так, Цириллу ждем пока. Цирилла еще не телепортировалась. Она, видимо, где-то там от дикой охоты прячется. Сюда пока еще не дошла. Ладно. Так. Надо куда-нибудь залезть пока. Покараулить. Сверху подождать. Давай уже там вылазь. Где ты ходишь-то? Так. Ёпс, спал, блядь. Залазь наверх. Все отлично. Хорошо. Да выходи там уже. Что ты там творишь? Давай. Значит,
так палит, думаю, где же он шляется? Вот это вот батя называется. Батя учил, и батя... круче все равно. Держитесь подальше от ведьмы. Да, правильно, держись подальше от ведьмы. Чё ты ее трогаешь? Прощение. Она тебя не трогает, ты чё? Вот тебе за все годы страданий, что я учил тебя в Каэр Морхене, и ты не слушала. Так, вы погибли. Осторожно, ведьма злится. Блин, как этих ведьм валить? Надо как-то научиться. То я ни хера не шарю. Вот так вот еще, пожалуйста. На, держись. Эх. Это уже лучше. Это мы разыгрались. Мы, называется, начали хитрить. А че еще все время зеленое? Это уже должна была быть желтой. И сюда. Ну да, ну да. Вот так вот. Чё-то ты подрастеряла уже сноровку. Точнее, подрастеряла, она же играет типа за Ника. Ник, ты подрастерял сноровку. А никак нельзя было оставить ведьму в покое. Никак, вот действительно, никак тебе нельзя было оставить ведьму в покое. Чё ты прицепилась к ведьме? А эту ведьму не хочешь потрогать? Блин, не хочет. Ладно, я пойду сюда тогда. Оу! Мечом нас вынести хочет! Это твой меч? Ух ты, блин! Ладно. Похоже, оставьте ведьму в покое. Зираэль, короче, распсиховалась. Так, погнали дальше. Что там рисует, что-то? Себя рисует. Автопортрет. Так. Ой, зря я. Нам надо было впереди появиться. Я появился сзади. Сейчас таблетка внажрется, и все. И все отлично будет. А у меня все будет пиздецово. Оставьте ведьму в покое. Да, оставьте ведьму в покое. Вас же просят. Чего вы от нее там хотите? Ой, я застрял! О, нормально. Уберите его от меня! Нормально. Сколько у тебя там ХП, я не пойму. Сейчас таблетки закончатся, и хана тебе. Я тоже так умею. Давай. Ну, по крайней мере, я не подхвачу. Погнали! Вот так вот это называется. Это что таблетка заправила таблетками? Ну, убей, ведьма, убей. Гадство. Где, куда, что, куда? Ладно. Вот, блин, зарезали. Ну, хоть этому я тебя научил мечом управляться. Музончик какой. Я тоже не собираюсь здесь подыхать. Поздравляю. Забери свой приз. Ох, бляха. Не, ну капец, мы сейчас реально тут продуем. Все, он там уже тоннель любви и капец. Оу! Оу, оу, оу! Есть! Уберите его от меня! Ну все равно там я уже нихера не отнимаю. Впереди убежище! Давай уже закрывай там двери и вали. Заварушка вышла серьезная. Вот так вот. Такая заварушка. А
Так, теперь главное нам не просрать ничего, потому что... Так. Чё у нас? У нас катаны. Не, я больше люблю мой, этот, серебряный меч и стальной. Где стальной меч? А, не, это стальной, а серебряного нет. А чем я буду монстров пиздить туда? Ладно. А, я ж типа не unready ж, блядь. Писать, что ready, и тогда будет счастье. Хорошо. Хрен тебя не на кусочки порвать, чё? Рассмелело. Вы вообще меня слышите? Уберите его, уберите! Надо было это не говорить. Похоже, тут никого. Всё, короче, валю отсюда. Чё, харе за мной бегать? Да блин, как так? Я ж под деревом спрятался. Это ж запретное место, туда нельзя пробираться. Тихо, спокойно. Сейчас все будет. Старичок на пенсию, пойди ты на пенсию, да, конечно. Кто тебя еще учить будет? Кто? Еще молоко на губах не обтерлось. Так. Здесь охотник! Тебе там плохо? Я тебе помогу, на. А, что-то я смотрю, ты прыгаешь. Так, тихо. Что тут у нас? Возьмем это. Я этих ведьм трогать не хочу. Просто не хочу, потому что... Транда будет. Охотник! О, я хотел отбить, не получилось отбить, скотина. Ладно, жрём таблетку быстро. О, как раз этого мне не хватало. Да, этого мне тоже не хватало. А куда надо? Туда? Ведьма, успокойся. Я тебя оставил в покое. Воу, воу! Уберите его, уберите! Жесть. Там таблетка еще. Таблетки. А там ведьма. Ну-ка, что вот я буду делать? Я не умею их убивать. Хрена себе! Вот как? Что ты будешь делать, блядь? Не пизде. Так, ну что я могу сказать? В принципе, мы же сейчас тренируем как бы Цири. То бишь, если мы тренируем Цири, мы обязаны поддаваться, что мы и делаем, чтобы ученица лучше училась. Потому, все, в принципе, логично, что мы так часто проигрываем. Ладно, погнали. На самом деле мы просто ламеры. Эй, иди сюда. А чё Цири чернокожая стала вдруг? Раньше вроде такой не было. Блядь! Ага. Зажали в угол. Спасибо. За что спасибо? Тебе спасибо, что ты там... упала. Уйдите от ведьмы! О, Господи Иисусе! А, давай, убей ее, ведьма! Эй, о, все-таки помощь. Справедливость есть. Надо тоже поржать. Да, блин, это реально круто было. Что ж ты так играешь-то? Помогите! Да, я проклял, у меня проклятие. Я договорился с ведьмами из этих... как его там... Как называется эта херня, блядь, где они сидели? Тут, блядь, чертова долина или там дуб, тут, блядь, вообще не помню. В Велине, о, с Велинскими ведьмами договорился, короче, они прокляли. Так. Погнали, сейчас будет у нас проклятие, видимо, еще. Я реально просто не умею драться этими дробовиками там стрелять. Мне подавай, не знаю, вот такое вот оружие. Этим мне больше нравится. Уберите его! Сразу, я должен был это предугадать, но я не предугадал. Вот это я умею, вот это вот по мне, я понимаю. Чё там выглядишь, иди сюда. Слышали охотника. Здесь охотник.
Тихо. Да бляха. Не вижу ни хера. Берите его! Ах, так, ну хорошо. Надо быстро, быстро, короче, двигать. Отвалите, ребята, чё? Как не родные, да? Охотник! Охотник! Сюда! Свалило! Да задрали вы все! О, ну все равно поймал, блин, ну как так? Уберите его от меня! Уже лучше, но... Как ведьму пройти, вот я не понимаю. Аптечку. Их тут две, охренеть! Кто понаставлял здесь этих ведьм? Нет! Зачем ты драконишь ведьм? Ты чё, с ума с... Подойдите уже и помогите мне! Это хуже даже, чем те ведьмы с... Белина. Это вообще какие-то истерички. Да, блин, даже не успел ничего написать. Я, честно говоря, в душе не гребу, как этот позор еще в общий доступ выкладывает. Ну да ладно. Порадуем ученицу, мол, типа уже жизнь знает. Раз даже Геральта смогла уделать. Хорошо, куда, куда, куда. Эй! Вылазь оттуда! Ух ты, как чуть-чуть не достал, ну охренеть. Сыкуны. О, бляха. Тихо. Ну, ну что ты будешь. Хотя ладно, признаю, мастерство таки есть. Кайр Морхен не прошел даром. Бля, сын. Держитесь подальше от ведьмы. Вот как? Вот я, почему я так делаю, у меня нихера не получается. Потому что у меня руки кривые или потому что я Геральт из Ривии? Не знаю. Бежим через автодром. Куда? Какой нахрен автодром? Я бегу, блядь, за тобой куда-то. Тихо-тихо-тихо, сейчас тут появлюсь. Воу, воу, воу. Да. Короче, короче. Так. Все, я разозлился. Вот так вот. Спасибо. Начало положено, спасибо. Пожалуйста. Интересно, за что спасибо, кому спасибо ты говоришь? Тут никого нет, кроме охотника, зомбарей и у тебя. Ладно. О, блин, я даже не успел прыгнуть же, ну. Как так? Беру коктейль Молотова. Бери. Через это здание. Можешь его даже выпить и поджечь. Так. Мыши, блин. Оу! Уберите его от меня! Не уберут его от тебя. Охотник, короче, нападает. А чё я танком не стал? А, тут, наверное, типа режим без танка. Охотник, короче, нападает на жертву и потом умирает от этого. Как так? Да, пошла.
Иди сюда, стреляй. Стреляй в эту ведьму. Это же ведьма. Ну и что, и что, и что? Стреляй в ведьму. В ведьму стреляй. Куда ты? Что ты там целишь? Да я тут могу целый час стоять, еще. Стреляй в ведьму. Ух! Погнали вместе. Погнали вместе. Отлично. Да блин, что английский-то? Вот так вот. Вот так вот. Учитель тоже все-таки что-то может. Уже старый учитель, но все-таки что-то может. Злобный старикашка. Я знаю, что я старый, я что-то это сказал. А, ну да, Зираэль, она же может там сквозь время и пространство читать чужие мысли, потому она читает и пишет это. Рэди. Чё дальше? Йо-хо-хо, это я так сейчас с таким старческим голосом? Так. Теперь можно сэкономить кучу патронов. Я сейчас этим тебя буду бить. А ну вылазь. На по лбу, по руке, по голове, эй! По сиськам и по ноге тоже. Еще по голове. Где ты там ходишь? Мне нравится этот стон. А я знаю, где она ходит. Она, блин. Она вот тут сидит. Хе-хе-хе, шипишь там? Ну шипи. Опа. Нас увидели. Нас спалили. Кто там застрял в дверях? Не стой, не стой в дверях, заходи, гостем будешь. Я слышу охотника. Я тоже слышу. О, блин, ну чуть от меня! Почти зарубил же, ну почти. Ладно, пошли отсюда. Надо линять, и как можно скорее линять. На месте не стоим, линяем. Остатили. О, тут ведьма! Сука! Нет! Сука! И охотник добил. От меня! А где ведьма? Вот что ты будешь делать? Вот что ты будешь делать, ну скотина? Кто придумал на этой карте столько много ведьм? Почему нельзя было без ведьм поставить? Сейчас я это напишу. Почему поставила взять эту ведьм на эту карту? Ну зачем они нам тут надо? Они ж тут все только малину портят, они мне портят очки. И очко тоже портят. Так. Сейчас будем ready. Да иди ты, сама иди, или сам иди. Ты же Ник. Ахахаха, давай, отбегай. Вот так спасибо. Вот. Вы вообще меня слышите? Нет, тебя никто не слышит. Погнали. Танк убитый. А, туда набежать, туда бежать. Блять. Уже почти готово. Не видно, да, меня? Не видно? Ну, как так-то? Ну, блин, реакция хорошая, признаю. Мы вами будем полы подтирать. Вами будем полы подтирать. Сначала научитесь жопу подтирать. Хотя нет, Цири жопу умеет подтирать. Весь мир научил. Куда? Я тут был только что. Сейчас, блин, концерт тебе будет. Вот так вот концерт. Уберите, не уберу. Отсоси, сволочь. Как ты с отцом говоришь? Мерзость какая. И кто тебя? Это тебя явно Ламберт научил таким словам. Чтобы со мной говорить. Ламберт, Ламберт, сука. Хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй.
собака. Ну тихо. Как отца-то не уважать? Хе-хе-хе, попугаем тебя немножко. Ну! Ладно, это было хорошо. Скит был хороший. А музыка-то играет? Может, лучше постоишь, послушаешь концерт, пока я тебя буду щемить? Воу, воу, полегче. Ну так сразу же. Ладно, мне там было уже мало хп. Да, ну так проебать можно все на свете. Осторожно, ведьма злится. Так, хорошо. Иди отсюда, дай возродиться. Ну иди отсюда. О, молодец. А, блин, я застрял там в потолке. О, молодец, отлично, хорошо. Эти пинают еще там ногами, что дрыгают. Ну вот, блядь. О, о, ведьму раздраконили. Че, убили ведьму? Вот так вот. Уберите его от меня! Салют! Это в мою честь, салют! Меня так... Куда? Вот и вертолет! Быстро возрождайся, скотина! Не пускай, не пускай, не пускай! Где вертолет? Какой вертолет? Ты что, офигел? Вертолет тебе. Оу-оу-оу! Нет, короче... А, вертолет там еще, мы уже успеем, наверное. Успевай, сука, успевай. Нет, 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 нет. Куда? Что я могу сказать? Просер, охрененный просто, мать его, по всем параметрам просер, во все щели нас поимели. Ладно, сейчас еще мы постараемся. Я знаю, что смешно, конечно, смешно. А мне не смешно. Нихера не смешно. Ладно. Я буду тебя сейчас топором рубать. Вот задрало все, Цири. Весемир уже не видит, Весемир. Уже на том свете, так что никто мне не запретит. Особенно мне весело. Выходим. Чё, кто такой? Документы. Документы, сука. Чё в нетрезвом состоянии разгуливаете? Бить его! А, блядь. Ну да, тебя Йен бьет, а ты меня бьешь. Отлично, просто... Отыгрыш хороший. Эй! А я фонарь потушу. Так меня будет не... А, ну конечно, отыгрыш... Чё, реально мысли читают? Вот отыграться. Вы слышали охотника? Опа, попалась. Куда? Куда же ты? Оттуда сейчас будет лететь. Я сейчас спорим, что оттуда будет лететь. Знает скотина, что жизни мало. Знает. А он там выглядывает. Что ты будешь делать? Сейчас вот там будет такая... вылетать. А ведьмы появляются и появляются. Охренели. Берите его! Ну как так-то? Все-таки смогла. Ну ладно, это была бы не Цири тогда, если бы не смогла. Погнали. Надо концерт быстро давать, потому что сейчас сдохну и еще концерт, даже музыку уже не послушаю. Почти готова. Иди еще в жопу. От меня подальше. Уберите его от меня. Конечно, когда вот еще эти мрази кругом не дают передохнуть. Перезарядись. На какое-то время этого хватит. Какое время? Ничего тут не хватит уже. Тут же полная мать его хана. Охотник!
Горящий охотник. Так, шприц надо в колено садануть, еще будет. Да, я вижу. Подгорелый. Корочок будет из тебя. Вкусный. Золтан одобрит. Золтан попробует. Ох ты, да. В лобешник. Вот они. Вот так вот называется. Потому что Геральт потихоньку играет, потихоньку учится. И скоро он уже не будет таким ламером. Свет да будет свет, сказал ведьмак. И выстрелил цири в лоб. Вот так называется. А ты думаешь, я буду постоянно поддаваться, что ли? Ни хрена. Вот пленка с надписью «Финал». Вот пленка тебе с надписью «Финал», понятно? И тебе тоже будет финал сейчас. Где таблетки? Вот таблетки. Я забрал таблетки. Еще держимся. Так, надо же врубать концерт. Стопэ, тихо, ну успокойся. Успокойся. На. Хорошо. Музончик погнал. Ну что, готовы веселиться? Готовы веселиться. Мы веселились на свою голову, какого хрена? Мне надо было заботиться о себе. Конечно, надо было, а ты как думал? Маленько получше. И то хорошо. И то хорошо. Уйди от меня! Уберите его! А чё концерта нет? Свет же включен. Или уже есть, просто я его не слышу. Короче, я что-то тут натупил, наплужил и случайно убил Цири. Да отвалите вы от меня, уже задолбали. Оу! Оу! Уберите его от меня! Это тупо хана. Нам, мать его, хана, будем хоть старым дедовским проверенным способом сражаться, топором. Все, отвалите. Я пошел наверх. Если я умру, вам будет меня не хватать. На, я подожгу и тебя, и себя. Я все, окончил. Все умерли, короче. Но очко в итоге больше у Цири, а очко больше у меня, потому что меня... Мне нужна помощь. Полный просто здесь. Все, спасибо всем за игру, всем камрады. Пока-пока, с вами был Морган, до новых встреч, до новых вот таких вот пиздецов. Пока. Я не могу.